Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан. В Герате они окажут помощь пострадавшим от землетрясения. Министерством по чрезвычайным ситуациям по поручению президента Касым-Жомарта Токаева сформирован отряд из 45 человек. Проводить поисковые работы и вызволять из завалов людей будут спасатели, кинологи, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Группа укомплектована необходимым оборудованием. Все специалисты имеют опыт в ликвидации последствий стихийных бедствий, в частности, в Турции в этом году. Напомним, 7 октября в афганской провинции Герат были зафиксированы толчки магнитудой 6,3 балла.